Интеррадио продолжает свою работу, и вашему вниманию следующая передача в открытом радиоэфире. Эта программа называется «Наследие». Ведет эту передачу пастор церкви «Наследие» Вячеслав Кучер. Я напоминаю номер телефона для ваших звонков, или код 916-429-7635. Приветствуем вас, братья, внимательно слушаем. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире христианская радиопередача «Наследие». Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, потому буду призывать его все дни мои. Хочу сказать, конечно, вот написано есть, что Господь есть пастырь мой, и я, Он водит меня на злачных пажитях. И знаете, приятно иметь определенное служение, вот, что-то делать для Господа. Ну, и написано в Писании, что Он нам дает служение. Но вот чтобы быть пастырем, действительно, знаете, и действительно можем ли мы вот как-то водить души, водить, и пусть всегда оно у нас получается, или какое-то время мы говорим, Боже, это... как это сложно, и не всегда у меня в этом есть мудрость, и иногда говорим, а может быть, не всегда мои советы правильные. Поэтому, знаете, но служение, которое я имел в американской церкви, и я хотел чем-то помочь, это был человек, которому, и он был для меня примером, и это было присутствие Божие, это было благословение. И, знаете, кто-то всегда, наверное, смотрит на пастыря, как поступает пастырь. И, знаете, где-то здесь написано, что апостол Петр говорит, чтобы служителя, сопастыря, что будьте примером. Ну, дай Боже, чтобы у нас оно получалось. Но прежде всего хочу сказать, что мы, наверное, ответственны за что-то. Если мне Бог дал, сказал быть ответственным, и это я знаю. И я пытаюсь это делать, что я могу в чем-то, в своем служении. Наверное, написано здесь служение, наверное, очень много. А по всей земле, наверное, очень, в нашем городе, сколько много церквей. И кому-то Бог полагает что-то собирать людей, о чем-то говорить. Разные служения есть, приближаться к Богу. Вот. Но прежде всего хочу сказать, что нас Господь прежде всего сам и помиловал. Как я сказал, уже немало лет прошло с того, что когда мы с женой попали в такую катастрофу, которую, может быть, никогда в жизни не ожидали, что мы в нее сможем попасть. Всегда было успешно, благословение. После того, знаете, когда тебе Бог в жизни дает, Он тебе указывает, и вот тебя помогает. Ну вот когда что-то происходит такое тяжелое в жизни, или ты заболел, и не знаешь, что происходит, и потом еще такое получил пророчество, не будешь искать лица Божьего, Бог вообще отнимет у тебя жизнь. То есть ты думаешь, Господи, почему так? И родной отец увидел такое видение или сон, что ты попал в эту катастрофу, и вы погибли. Я говорю, папа, почему ты такое видишь? Почему ты мне такое говоришь? Но, знаете, всегда мы сдаем «но», и всегда, знаете, спрашиваем у Бога иногда такие вопросы. И сегодня, если мы имеем какое-то служение, это, наверное, милость Божья. Вот. И написано, хвалящийся, не хвались, что тебе. И я никому не завидую, и хочу, чтобы мне никто не завидовал. И просто я несу ответственность за церковь, имею лайсенс, когда меня рукополагали. Вот. От Full Gospel, полное объединение. И хочу немножко поскромнее об этом говорить, потому что я человек, как все люди, и хочу как-то быть правильным пред Богом. Написано, если человек совершит против человека, это еще он помолится Богу, Бог прощает. А если мы согрешаем в церкви или согрешаем в отношении людей в церкви, ну, просто, наверное, как-то, может быть, тоже Бог видит эти положения.
Ну и все же хочу сказать, что я благодарю Бога, что Он нас учит, что Он нас научает, что нас всех ведет, что мы есть братья и сестры все. А вот уже кто имеет какое служение, кто пророчество, кто что-то делает в церкви. У нас сейчас в церкви очень большое, сильное прославление. Когда-то я пришел в американскую церковь, где спели старички, славили Господа. Это было необычное присутствие Божие. И уже, когда оно отошел вечер, отходил, я просил Бога, как дай мне вот это прославление, и Бог, знаете, услышал, и сейчас люди говорят, что Господь пребывает в прославлении. Поэтому слава Богу, что мы можем чувствовать Его присутствие. Когда Он пребывает, Он исцеляет, исцеляет наши душевные, физические болезни. И есть различные служения. Также звучит проповедь, также есть пророческое слово. Проповедник проповедует слово, с Писания говорит, что и это слово касается людей, конкретно людям, и есть различные служения, вот, и как Господь управляет. Но слава Богу, что здесь как написано, что мы когда-то служили наши, может быть, еще предки, служили, ходили безгласным идолам, то есть Зевс или другие такие идолы, люди, которые создавали себе, которые не отвечали. И, а мы сейчас служим Господу, который Духом Святым определяет нам различные, различные дары, и служение тоже различные. И Господь один и тот же. Вот. Сегодня также хотел, у нас было, как мы знаем, весь это, все мы отмечали праздник, Пасху. И я как-то вот читал это место, мне положилось, вот, что в 28 главе Матфея, что это было по прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пошла Мария Магдалина и другие, и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, и ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Вот такое событие было, такое вот, когда был Иисус Христос, и, наверное, ученики были в это время тоже после того события все перепуганные, где-то двери закрыли, и это было состояние довольно такое тяжелое для них, что они видели, что происходило. Ну и, наверное, уже книжники, фарисеи поставили стражу и сказали: вот мы-то правы, мы-то наконец-то наша взяла, или, может быть, сказали: вот мы побороли, вот так вот еще поставили стражу. Ну вот мы видим, что когда является уже, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. То есть какие-то воины, которые, может быть, исполняли какое-то определенное приказание, может быть, они тоже были сильны, крепки, и вот сказали: вот мы определенно держим традиции веры, религии, той, которая у нас есть, а мы исполняем. Вот. Но когда приходит ангел Господень, когда они увидели это в первый раз в жизни, это было землетрясение. То есть наше все это величие, которое они имели, оно моментально падает, и написано, что из твоей всей силы или со твоей всей воинства твоего ты становишься, стали как мертвые. То есть написано, стали как мертвые, это значит, люди, окаменевшиеся от страха, когда человек, уже получивший такой страх, он даже бежать не может, но каким-то путем им удалось это уйти. Ну, здесь описывается, то есть они ушли, устрашившись, остерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Он же, обратившись к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого». То есть мы, хочу сказать, что ангел Господень знал, что вы думаете и что эти женщины искали. То есть мы здесь видим, что ангел Господень сидел и, знаете, и уже для них он сказал им: «Не бойтесь». То есть они, наверное, тоже, когда увидят это
этого человека, то есть они увидели ангела, и они тоже испугались, но он им говорит: не бойтесь. Слава, вот как вы считаете, вот если бы человек, вот бы вам бы в жизни вот так пришлось бы встретиться, вот случайно вот так, вот в таких ситуациях, вот представьте себе это событие, вы бы, наверное, бы тоже перепугались бы, и вы бы, наверное, бы на вас страх бы нашел бы, на любого человека, наверное, если это видели эти воины, они перепугались. Значит, как вы считаете, или это просто посетила их Божья сила, или это слово, которое он им сказал, они уже, может, перестали волноваться или бояться? Как вы думаете? Я думаю, что у нас есть неправильное восприятие того, этих ангелов, которые существуют на самом деле. Потому что, знаете, как мы привыкли видеть ангелов где-то на картинках, какие-то маленькие ангелочки такие, там, или, может быть, побольше, с крылышками такие, как бы. И мы где-то вот таких вот ангелов себе, мы, если и ожидаем где-то ангела увидеть, то именно вот такого вот вида. Но если мы посмотрим места Писания, которые говорят о встрече людей с ангелами, то, как правило, в этих всех, тоже, допустим, первая глава Откровение, потом встреча Захарии с ангелом, потом встреча, вот в данном случае, Марии Магдалины и другой Марии тоже с ангелом. Все вот эти, и также Даниил и многие другие люди, которые где-то встречались с посланниками Божьими, ну, в данном случае с ангелами, они все были в ужасе, потому что то, что они видели, оно где-то... Оно не соответствовало их внутреннему восприятию, их ожиданию, потому что увидено, это был благоговейный страх. Многие из них, они даже не могли стоять, они просто падали, то есть не было даже смысла говорить им «не бойся», потому что сначала они падали, как будто мертвые, как Слово Божье говорит. Он пал как мне, пал как мертвый, а потом он ко мне обратился и сказал, положил на меня руку и сказал «не бойся» и так далее, то есть он меня поднял и так далее. То есть вы видите, что наше восприятие, оно не всегда соответствует реалиям, на самом деле реалиям духовного мира. И ангелы, они на самом деле не какие-то так маленькие такие вот человечки с крылышками, которых мы где-то привыкли видеть на картинках. А это, Слово Божье говорит, это служебные духи. То есть это реальные и реальные, огромные, порой, наверное, совершенно не поддающиеся нашему описанию существа, реальные, существующие существа, которые есть в духовном мире, которые выполняют предназначение Божье, которые делают то, на что их Господь посылает. Вот. И если человеку дано встретиться с таким вот посланником Божьим, видите, мы, как правило, мы не способны. Иногда мы воспринимаем этих посланников даже как мы думаем, что это сам Господь. Потому что есть места Писания, которые говорят, что Он говорит, я не поклоняйся мне. Ангелы говорят, не поклоняйся, потому что я послан просто. Я не есть Бог. Не поклоняйся, потому что то величие, которое есть на этих ангелах, то величие, которое есть, тот дух и сила Духа Святого, оно настолько поражает нас, что мы думаем, что это сам Господь. И мы как бы, может быть, даже не то, что мы думаем, что это сам Господь, но настолько Бог за этим всем стоим, что мы склонны поклоняться этим существам, да, мы обожествляем их. Потому что как только мы их видим, мы склонны обожествлять их. И то есть мы падаем перед ними и начинаем поклоняться. А они говорят, нет, поклонись Иисусу, поклонись Богу. Вот, поэтому я думаю, что именно по этой причине вот эти женщины, которые столкнулись с ангелом, или с ангелами, я не знаю, сколько их там было, вот, а они были вот в таком вот благоговейном страхе. Вот поэтому они и убоялись, почему он и говорит «не бойтесь». Раз он говорит «не бойтесь», потом он, наверное, видел их реакцию. Вот. Хорошо иметь страх Божий, но самое интересное, вот Писание говорит в первой главе притч, есть такое место Писания, там написано, что начало мудрости – страх Божий. Но мне нравится, что это всего лишь только начало. С этого все начинается. С благоговейного страха перед Богом начинается мудрость наша. То есть без Бога мы мудрость вообще не можем иметь. Мы не способны иметь настоящую Божью мудрость без вот этого благоговейного страха. То есть он лежит в основании настоящей, то есть неподдельной мудрости, которая пребывает. Есть мудрость мирская,
сегодня одно, завтра другое и так далее. Вот, а есть мудрость настоящая, мудрость, которая, она непоколебима, какие бы ни были обстоятельства, что бы ни происходило внешне и так далее, что бы ни происходило в наших семьях, эта мудрость, она пребывает. Это как якорь, который держит нас всегда в штурмующем, в шторме. Когда море шумит, море бушует, а мы не тонем. Вот эта мудрость, начало которой в страхе Божьем. Поэтому иметь страх Божий – это хорошо, потому что когда мы имеем страх Божий, тогда мы не поддаемся другим страхам, потому что как бы вакуума не существует в этом мире. Вакуум, он обязательно заполняется чем-то другим. Знаете, вот бывает, люди говорят, а как мне сделать так, чтобы у меня были Божьи мысли? А вот я, допустим, прихожу в собрание, и вот и мне не нравятся те мысли, которые у меня... Ну, люди просто должны понять, что нельзя просто мыслям сказать «уходи». Эти мысли нужно просто брать, в данном случае, берете Слово Божье, размышляете над ним. И чем больше вы размышляете над Словом Божьим, тем больше вы наполняете свой разум. И чем больше мыслей этих, тем больше мыслей иных. Это чем меньше мыслей иных. Получается, мысли Божьи, размышления над Словом Божьим, размышления над целями Божьими, размышления над планами Божьими и так далее, над Словом Божьим. Все эти вещи, они начинают вытеснять не Божьи мысли, мысли страха, мысли переживаний и так далее. Поэтому просто так, знаете, как некоторые люди говорят, вот помолитесь за меня, чтобы у меня этих мыслей не было. Вот это хорошо помолиться, но хорошо, когда ты берешь и наполняешь себя, когда ты вникаешь в себя и в Писание, когда ты наполняешься Словом Божьим, и тогда это Слово Божье производит работу. Оно заполняет тебя. И вот как Христос, написано, Он пришел, написано, и Слово стало плотью. То есть Слово Божье стало плотью, когда пришел. И то есть Иисус пришел из духовного мира и стал плотью в физическом мире. Слово стало плотью. У нас, насколько я понимаю, с нами происходит абсолютно другой процесс. То есть мы физически, мы плоть, но мы становимся Словом. Чем больше мы пребываем в Слове, тем больше, то есть и мы, плоть, становимся Словом, наполняемся им, преображаемся им, как сказано в Римлянам, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И в этом нам помогает Слово Божие. Хорошо. Слава, хочу напомнить, что со мной сегодня Слава, он как не так много лет, не знаю, сколько уже лет, но стал человек, глубоко верующий человек. И когда это произошло, необычное вот посещение Бога, Божье. Он ездил, говорит, в метро, в автобусах и начал рассказывать, что есть живой Бог, что есть живой Бог, что другая жизнь может быть с Богом, что нужно покаяться или как-то его найти. И все же, Слава, мы все вот как-то, знаете, стали, может быть, где-то все верующие, кто-то говорит, слушайте, а все стали религиозными, да вы все меня достали, неужели вы хотите, чтобы все были верующими людьми? В общем, как-то мы не всегда согласны и уже и не совсем это воспринимаем, а то, чтобы вот все были вот как-то верующие, мы не видим в этом как-то вот именно правильного вот такого вот верения, что ли, или вот правильных действий. Примерно можно сказать, до вашего встречи, до того, что вы искали Бога, или это было посещение Божье такое, вот что вы, это было посещение Киева, города, это Бог прямо пришел в город Киев. И он вас, и вы говорите, а что, я даже не знаю, кто у меня, может, дедушка, может быть, у меня был такой святой человек, откуда, почему меня Бог вот позвал или пришел ко мне, вы задаетесь вопросом тоже себе. И вот я хотел, все же нас слушают разные люди, кто-то верит Богу, кто-то не верит Богу, многие люди здесь слушают, христиане, которые посещают церковь, а кто-то, может быть, идет под сомнение, а кто-то говорит, слушайте, да лучше бы я и не ходил в эту церковь, а кто-то с молодежи подрастает, и кто кого-то достал эту церковь, и вот все это, говорит, а я хотел бы лучше родиться в неверующей семье. Я хотел все же вас спросить, все же давайте мы к этому вернемся, как вы сказали, что
Это было просто, Бог может использовать даже какую-то обычную, простую женщину, которая стала в вашей жизни, через которую Бог проговорил. Давайте вернемся к вашей, к вашим богоисканиям. Нас слушают разные люди. Мы хотим немножко познакомиться еще больше с вашим вот, богоисканием. Я знаю, что вы, ваши родители довольно, ну, как-то к этому совсем так не относились, очень с таким богоисканием или что. Я не знаю, что они вам говорили о Боге и как к нему поклоняться, или к этой теме лучше поменьше как-то трогать ее. Что было? Да. Не могу сказать, что вот прямо с нуля вот Бог коснулся меня. А в детстве я был окружен, получается, бабушки мои, то есть прабабушка, бабушка, и там вот они были православные. То есть даже во время, так сказать, советского режима, во время тех десятилетий, они не боялись ходить в православную церковь. Даже несмотря, что было такое общее мнение не делать этого, как бы это не приветствовалось, они решили, что мы все равно будем. То есть мы, а вот у них было такое вот понимание, что Бог реален, Бог есть, и мы все равно, и поэтому по воскресеньям они всегда ходили в православную церковь. Иконы были в нашем доме, вот, и, как правило, там утром, вечером всегда были молитвы, то есть молитвы о защите. А так сказать, Бог благослови меня, или там Боженька, знаете, как вот, потому что... Бабушки ваши все-таки... Да, они были такие вот, они были набожные, вот, но когда, что меня заинтриговало, это само понимание того, что, наверное, земная жизнь, она имеет конец, а дальше есть какое-то продолжение. То есть, вот как люди говорят, ну, человек живет, потом раз, и все, ну, на этом его жизнь заканчивается. Вот здесь у меня был конфликт, полный конфликт. Как-то так заканчивается. Вот не верю я, что жизнь заканчивается. А что будет потом, я не знаю. Но вот есть у меня понимание, что вечность. Человек не может просто так перестать существовать, когда вот он прожил свою жизнь. Есть что-то другое. Что оно? Как оно называется, и кто этим управляет, кто стоит над этим всем, я не знаю, но у меня было четкое понимание, что Бог есть и есть вечность. То есть я еще не читал ни Новый Завет, ни Ветхий Завет. Меня это просто где-то внутреннее, вот у меня такое, оно не давало мне спать спокойно. И я понимал, что есть вечность. Вечность есть, и мы не просто так закончим свое земное бытие, мы должны перейти в эту вечность. Но вот как войти в эти ворота вечности, что должно произойти, и кто пускает туда, и вообще, что представляет собой вечность, вот у меня этого представления не было до тех пор, пока я не начал читать Новый Завет, где сам Христос говорит об этих всех вещах. Поэтому вот это для меня был самый такой интригующий момент – вечность. И поэтому, когда стал вопрос… В каком возрасте у вас появились эти мысли у меня были после школы, наверное, в лет 18, я не знаю. Но чуть погодя, годы спустя, я начал понимать, что у меня, как правило, знаете, какие-то внутренние травмы, какие-то вещи, они толкают нас, что-то происходит в жизни, и мы иногда, как нам кажется, что жизнь несправедлива к нам и так далее, а где же смысл этой жизни, а вот почему вот так происходит, а почему у этих людей так, а у меня иначе, у тех лучше, у этих хуже, то есть мы пытаемся найти ответы на все эти вопросы. То есть где-то внутренне я тоже пытался найти вопрос, ответ на эти вопросы. Но вечность все-таки проходила какой-то вот такой красной нитью. Вечность. Человек не может просто так вот перестать жить. Он живет дальше. И вот что-то должно происходить с ним в вечности. То есть это и потом наступает какая-то бесконечность. И человек должен куда-то попасть. Вот. Как бы понятия об аде у меня еще не было, то есть я не понимал, что он реален, но вот я понимал только, что человек вот жизнь его не заканчивается, она продолжается. Вот это для меня было, этот вопрос был ясен, еще не читая Слова Божьего. То есть я понимал, что, наверное, потом я понял, что Дух Святой, который присутствует на земле,
с того момента, как он пришел на землю после, то есть на 50-й день после распятия Христа, вот он до сих пор он совершает свою работу. Вот и именно он говорит о Христе, он указывает на Христа, он прославляет Христа, он прославляет его подвиг, он ведет нас к нему, он говорит о его спасении, он говорит о том, что Бог совсем не такой, как мы думаем, что он лучше, что он более великий, что он добрее, что он более милостивый, что он любит нас не так, как мы себе представляем, что он прощает, что он не человек, потому что у каждого из нас где-то есть какое-то свое представление о Боге, и зачастую это представление человеческое. Вот. Но Бог, он же не человек, вот. И вот Дух Святой, он делает свою работу, и когда мы обращаемся к Богу, именно Дух Святой, он соединяет нас со Христом. Хорошо, Слава, еще вопрос такой. Иногда вы заходили тоже, может, в церковь православную или какой любой храм, где-то тоже, может, ставили свечку или помолились Богу, и вам было как-то на душе лучше? Или просто вы, бабушка, ходила, но вы же иногда к ней, бабушка, ты куда идешь? Внучек, пойдем за мной в церковь. То есть что-то вы чувствовали там, какие-то изменения? Или просто... Я даже не помню. Да. Не могу сказать. Я не помню. Я только... Знаете, вот в Слове Божьем написано, что вы найдете меня, если взыщите меня всем сердцем. Самое интересное, что Слово Божье не говорит там, где вы найдете меня. В православной церкви, в каком-то храме, в синагоге и так далее. Там ничего такого не сказано. Там просто вот дается такая, как духовный закон, что если человек хочет найти Бога, который реален, он обязательно его найдет. Необходимо. Почему Христос и говорит, что «придите ко мне все жаждущие». Понимаете, он говорит, все жаждут, то есть те, кто хочет пить, помните, он говорит, и я дам вам, я напою вас, понимаете, и вот эта вода, которую вы получите от меня, она превратится у вас в рекой, она станет рекой воды живой, понимаете, то есть она не просто коснется вас, она потечет через вас, потому что Бог живой, вот поэтому... То есть это нашлась какая-то, именно вы встречались, там вы сказали, на работе был какой-то ваш человек, баптист, кто-то сказал, ваш папа сказал, что у нас есть человек верующий, да. Вы хотели его увидеть, этого человека. Да, был такой опыт у меня, потому что я помню до сих пор, когда в школе я еще учился, у нас, наверное, это был какой-то, это, наверное, было в программе, я помню, один из преподавателей сказал, что мы делаем такой как бы экскурс по церквям, в которые раньше не пускали. То есть они брали там всех, кто из ребят был заинтересован, они могли сводить там ребят, допустим, учеников школы там в баптистскую церковь, в пятидесятническую церковь, а потом в школе они обсуждали, что ребятам понравилось, как их там, что, как бы, что они увидели и все такое. То есть мне не довелось с ними никогда ходить, и, наверное, мне даже как-то, ну... Дома меня остерегали от этих вещей. Смотри, там не попади, вот есть такие штунды и такие, и сектанты, и все. Смотри, значит, чтобы ты туда не попал. Вот, и я помню, как в бригаде у моего отца появился один парень из баптистской церкви, он тоже мне сказал, вот у меня есть, смотри, чтобы ты с ними не это самое, а то еще... Он не говорил, что он меня может там затянуть в свою церковь или все такое. Вот. Ну, а меня это интриговало, потому что я был любопытный, и я думаю, ну, мне даже интересно пообщаться с ним. Вот поэтому, да, мы встречались после обеда, когда еще оставалось время обеденного перерыва, мы встречались и общались, потому что мне было интересно. Вы задавали ему какие-то вопросы? Я задавал ему вопрос. Меня интересовало, во что он верит, как он верит, куда он ходит и что. И вот он ответил на все мои вопросы, но особого изменения во мне не произошло. Но, знаете, наверное, все-таки какие-то семена сеялись. Угу. Потому что семена сеются. То есть что-то он сказал вам, что какие-то семена посеялись, что-то какой-то помню. Вопрос. Ну, то есть вы... Я не помню. Да, понятно. То есть у вас была встреча, и папа, наверное, видел эту встречу, или он не, просто... Отец, это... мой отец не знал о том, что мы встречаемся. Вот. Это было несколько раз, два или три раза мы встречались во время обеденного перерыва, и я так понял, что... Как бы... Но уже потом, угу, прошло какое-то время, знаете, как вот бывает, ты говоришь человеку о Христе в первый раз, он как бы, ну, там... Он вроде как получил какие-то там ответы на свои вопросы, но это его не особо тронуло. Там проходит еще какое-то время, еще там с кем-то кто-то сказал ему о Боге. И вроде тоже ничего не произошло, он не отдал свое сердце Господу. Потом проходит там какое-то, и вдруг какая-то, знаете, целый вулкан, только хоп, и человек понял.
То есть возможно, что и первый, и второй, так сказать, человек, которые благовествовали ему, где-то молились за этого человека. Вот, и поэтому Бог продолжает работать над сердцем этого человека, и потом пришло, наконец-то произошло вот это вот событие покаяния. А что произошло? То есть где-то потом кто-то вас встретил с какой-то женщиной? Да, у нас рядом было дело, одна женщина, это было вообще спустя годы, она потом рассказывала, что она молилась за прачек. Так получилось, что я работал в отделе, у нас были художники-оформители при заводе. Вот, ну, в наши обязанности много всего входило. Вот, рядом, получается, у нас был отдел прачечной, была прачечная, потом компрессорная, и я даже не знал о том, что вот эта женщина верующая там работала. Вот, а как-то утром, еще до того, как рабочий день был, начался, люди в то время много всего происходило, Советский Союз уже тогда разваливался, и много различных явлений, люди обсуждали все, что было, как говорится, запрещено для обсуждения. Да то ли они тогда обсуждали, потому что в газетах много всего было, появилось много бульварной такой вот прессы, и я помню, кто-то начал что-то говорить о Боге, и каждый начал высказывать свое мнение о всякие там явления духовные и так далее. И тут вдруг одна женщина, которая стояла в нашем круге, она сказала что-то, что как-то всех... Вот знаете, как в Слове Божьем написано, что и они заметили, что он говорит со властью. Знаете, люди, когда Христос проповедовал, люди чувствовали, они не просто слышали своими мозгами то, что Он говорит, они чувствовали, что Он говорит со властью, то есть действовала сила Божья, действовал Дух Святой. Вот эта женщина тоже, когда она сказала, она буквально несколько предложений сказала о Боге, но это настолько, но Дух Святой реально стал, вот его присутствие было явлено в тот момент, когда она сказала эти вещи. И я ребятам говорю, давайте мы ее еще раз пригласим к нам. Вот у нас будет обед, у меня есть вопросы к ней. И она пришла, и мы спросили у нее там, во что она верит и так далее, что Слово Божье говорит. Мы узнали о том, что она давно как бы читает Слово Божье и так далее. И в тот день, или на следующий день, когда она пришла еще раз, мы... То есть какие-то вопросы, естественно, задавали. Примерно. Нас интересовало все. Нас интересовало, да, то есть кто такой Бог, кто такой Христос, что Он сделал на кресте, а как человек получает прощение, а что такое вечность, как попасть в вечность, что такое спасение. То есть нас интересовали все вот эти существенные вопросы, которые интересуют абсолютно всех людей. Да. Да, а что будет, когда я умру? А куда я попаду? И вот так далее. То есть это то, что нас интересовало. То есть, а знает ли Бог, что происходит со мной? А Он реален в этом мире? А можно ли мне знать Его? То есть могут ли у меня быть личные отношения с Ним? Я имею в виду, может... Вот так вот. Вот такие вопросы нас интересовали. То есть Бог, Он какой-то такой отчужденный от всех? Большой, великий и так далее, или Он все-таки вникает в нашу жизнь и знает абсолютно все, что с нами происходит. То есть нас интересовал этот вопрос. Насколько близок к нам этот Бог, о котором мы говорим. Вот. И она дала... Она смогла ответить на все эти вопросы. Wow. И она говорила все по Слову Божьему. И это было настолько сильно, что в тот день, когда мы получили, я помню до сих пор, вот я до сих пор помню, где она стояла, где я сидел, и я помню этот вопрос, я говорю, и ты хочешь сказать, что Христос вот так вот на кресте вот умер, и что Он может простить все мои грехи, и что и я благодаря этому смогу попасть на небо? И вот когда я получил утвердительные вопросы, ответы на все вот эти, я не знаю, ко мне пришло какое-то такое обличение в этот момент. Мне хотелось отдать свое сердце, всю свою жизнь Господу. Я понимал, что я грешник. Вот у меня было такое четкое осознание, что я грешник, и что мне нужен Господь. И что я никак не могу спасти себя. И что бы я ни сделал, я никак себя приблизить к Богу не могу. И к вечности тоже. Своими силами, но никак. И у меня было вот это вот четкое такое осознание. И...
И мы покаялись. В тот день мы признали Господа своим Спасителем, мы отдали Ему свои жизни. Все четыре художника-оформителя. Вы стали на колени, начали молиться? Мы не стали на колени, но мы, да, но вот как-то мы произнесли эту молитву, и это было по-настоящему. Мы до сих пор с Богом, уже сколько, десятилетий. То есть вы произнесли эту молитву, и это что-то произошло, Игорь, слава, полностью изменение какое-то, вы почувствовали? Ну, я не могу сказать, что прямо, да. У меня не было какого-то такого... Да. драматического такого покаяния, но осознание того, что Бог реален, и то, что я грешен, и то, что Бог грядет, это было настолько сильно, что мне казалось, что мое покаяние, оно должно быть завершено в собрании, то есть в церкви, когда, и я ждал, когда я попаду, то есть я ждал четверга, потому что в четверг вечером были собрания, и я ждал, думаю, я вот сейчас... Потому что, по-моему, или в пятницу вечером я покаялся, или в понедельник. Вот, и я думаю, а вдруг Христос завтра придет, а я еще не признался перед всеми, что я признаю Господа своим Спасителем, своим Господом, что Он мне нужен, что я не могу без Него, что, вот, что я грешник, что Бог мой Спаситель, что... Я благодарен Ему за то, что Он умер на кресте, что только благодаря Его кресту, Его жертве я могу примириться с Богом. И вот и я поэтому думал, а вот вторник, а вот Христос грядет, а я еще не был в собрании, я еще не покаялся. Мне казалось, что покаяться — это когда все видят твое покаяние. Хотя на самом деле Бог в сердце, я уже покаялся, и Бог уже видел, что произошло. И если бы Христос вернулся, Он бы забрал меня. Понятно, да? Но у меня почему-то было такой страх, что Он вернется. А вдруг Он вернется завтра? А вдруг Он вернется? И как бы вот был вторник, потом среда, и вот наконец-то мне так стало легко. Вот наконец-то я сделал это, потому что... А вдруг Христос... Для меня Его реальность стала реальнее всего остального в этом мире. То есть все остальное перестало существовать. Для меня реален был только Он, Его небо, Его вечность, Его дело спасения. Я понял, что я спасен, и вот теперь я Его сын. Вот Он мой Господь. И вот радость у меня была просто неизреченная. Я этим жил, я Его прославлял, я всем о Нем говорил. Все мои соседи и все мои родственники думали, что я с ума сошел. Мои родители боялись за меня. Они боялись, им стыдно было стоять рядом со мной, потому что они считали, что я сошел с ума, что меня запрограммировали, что меня там как закодировали, потому что для меня люди... Каждый раз, когда я видел какого-то человека, я настолько горел вот этим пониманием, что... Человеку нужно спасение, что я не мог ни о чем другом. Стоило только мне в лифт зайти с кем-то, у меня тут же открывался рот, и все, я говорил им о спасении. Что Бог вас любит, что, то есть мне не важно было, сколько у меня для этого времени и так далее, пусть даже полминуты, пока мы едем в лифте, я должен был человеку сказать о том, что Господь его любит. И для меня это было важно, для меня это было, то есть это было для меня абсолютно всем. На тот момент. Вот я вот так горел, вот, и я понимаю, что... это осознание того, что Христос грядет, вот если мы почитаем Писание, апостол Павел, он этим горел. Вот он говорил, что ожидая, там есть несколько мест Писаний, вот там, где он говорит, ожидая Господа. Вот это отношение, ожидание Господа, оно очень важно в нашей христианской жизни. Когда мы понимаем, что Христос может прийти завтра. Если мы это не понимаем, то мне кажется, что нам нужно пересмотреть свое, так сказать, свое духовное состояние. Что мне бы самому хотелось бы вернуться к такому вот, опять же, загореться вот этим вот состоянием, потому что это очень важно. Это критически важно, чтобы тело Христово горело вот таким вот осознанием. Более того, мне иногда кажется, что до тех пор, пока мы не загоримся таким состоянием, его пришествие, оно будет как бы откладываться. Потому что пока мы не воззовем, гряди Господи. Помните, как дух и невеста говорит, гряди Господи.
То есть это была же необычная радость, слава. Это, наверное, такое вы никогда не переживали. То есть вот этот процесс покаяния или вот это присутствие Божие. Вот помните, как-то написано, что ученики были с Иисусом Христом на горе, и они говорят, нам так хорошо здесь, помните? Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, да, и это именно то, что... То есть каждый раз, когда я свидетельствовал о Христе, да. Это было что-то сверхъестественное. Это какая-то сверхъестественная радость меня наполняла до такой степени, что я не знаю, откуда она бралась. Она просто, вот это как какой-то источник, какой-то такой огненный фонтан внутри меня, что я просто, мне хотелось всех обнять, мне хотелось всех расцеловать. Вот такая вот жизнь, это вот какого-то такое безумство ради Христа. Вот это состояние было у меня тогда такое. Это замечательное состояние, когда ты настолько объят Господом, что все земное, оно перестает существовать. Оно перестает тебя тянуть. Ты витаешь где-то вот выше всего этого. Ты живешь выше всего этого. Это здорово. И это замечательное состояние. Хотел еще следующий, может быть, такой вопрос. Слава, а все же бабушки еще ваши жили, какая-то бабушка была, и говорит, может быть, это они молились за вас? Вот как оно проходит? Потому что как-то, может быть, папа, мама не всегда это поняли. А как вы думаете, вот что-то? Мое покаяние уже было после того, как моя бабушка умерла. Вот и одна, и прабабушка, и бабушка со стороны отца своих бабушек, и я плохо знал. А вот мои родители, что касается моих родителей, вначале они были такими какими-то противниками, но когда они увидели, через какое-то время, конечно, когда они увидели плоды работы Божьей в их сыне, то есть что было? Они увидели, они видели, то есть вот какой-то такой уровень свободы. То есть какие-то от меня начали уходить страхи, которыми я жил десятилетиями, пока я был подростком. У меня было много страхов, много отверженности и много всего, что докучало мне. То есть страхи начали уходить, когда... Много-много всего, да, оно начало уходить. Многие вещи, более того, я был довольно-таки болезненным ребенком. Простуды часто цеплялись ко мне, но в момент покаяния уже как бы львиная доля этих вещей ушла. Такое ощущение было, что вот как дух жизни... Дух жизни, ведь Дух Святой — это Дух жизни, он свет. И когда он пришел ко мне, он когда поселился в моем духе, то многие вещи, которые были темные, они должны были уйти. Вот. То есть страхи начали уходить, которые, допустим, у вас что-то они были, то есть вы получали какие-то ответы от этих страхов, то есть они уходили, просто уже какая-то вера была, или просто голос Божий давал вам ответ. Для меня сам шаг, вот так, скажем так, сделать что-то, что было... Ну, я вот помню, как эта женщина нам рассказывала о Христе. Да. И ты делаешь шаг в неизвестность, ты не знаешь, что это такое. То есть ты слышишь человека, твое сердце горит, но ты не знаешь, насколько реален Господь. То есть где-то внутренность твоя тебе подсказывает, что это правильно.